Лежачий автобус в Екатеринбурге. Утром перевернулся общественный транспорт. В салоне в тот момент находились трое пассажиров и кондуктор. Автобус только выехал из конечной остановки. Никто из них, к счастью, не пострадал. Маневр с переворотом случился в начале рабочего дня возле Меги. На бок завалился автобус 27-го маршрута. По словам водителя, его внезапно подрезала легковушка. И уходя от столкновения, шофер вильнул вправо и наехал на бордюр. Машину накренило, она стала неуправляемой и съехала в кювет. Те, кто в ней находился, отделались испугом. Пассажиры выбрались через аварийные выходы и поспешили на следующий рейс, чтобы не опоздать на работу.